Доброе утро, друзья. Сегодня морозное, доброе утро, ясное. Солнышко встает над Ерудой. 9 мая 2022 года. Всех соотечественников, земляков, подписчиков, друзей и многих-многих других. Все, кто увидит, услышит, как принято по всей нашей стране. Сегодня 9 мая, мы вспоминаем День Победы. И поздравляю всех с Днем Победы. К сожалению, живущих ветеранов войны, прошедшие тот страшный хаос, их осталось очень немного. Но мне посчастливилось. Я в своей жизни встречал ветеранов, общался, будучи главой администрации. Несколько раз ежегодно проводили митинги, встречи. Вот. И так они приезжали. Знаю одного ветерана, уже покойного, который практически до самой своей смерти ездил на велосипеде. Вот. Был общительный, даже заигрывал с женщинами. Вот. Такой вот он был интересный, позитивный мужик, фронтовик. Насколько я помню, он прошел войну простым рядовым, дошел до Берлина и вернулся тоже в родной поселок, в семью, тоже рядовым. Вот, интересный человек. Ну вот, всем желаю хорошего настроения, ясного мирного неба над головой. Надеюсь, все невзгоды в нашей стране закончатся. Вот, всем хорошего настроения. Солнечной Армении передает привет. У нас многонациональная страна, да, и сегодня День Победы поздравляет мой друг, водитель Ашот. Всем привет. Привет, привет, привет. Вот такой вот грунт. Начали принимать бетон БСМ-9. Вот. Здесь принимаем бетон. 230 кубов. Вот так работает бетон-насос. Видишь? А он еще одна залит. И еще две плиты здесь будет. И все это на 25 метров вверх зальется. Котлован готовый, подав в весовую. Вот карьер.
что, друзья, 9 мая. У нас по-прежнему холодно, сегодня ясно, есть возможность работать. Вот. Сделали гидроизоляцию на конвейере. Так что готовимся. Вот конвейер. Вот гидроизоляция черная, видите? Порядка 200 фундаментов уже сделано. Мост через реку, речку. Затем, коллеги, работают.